анонс и точки выхода нового сериала «Загадка Эллера». Показ сериала состоится 11 мая на канале ТВЦ. Математик Оля приехала на вечер встречи бывших одноклассников с чувством тревоги. Ведь веселой и душевной вечеринки явно не будет. Собравшиеся на мероприятии обсуждают, в том числе недавнюю трагедию. Кто-то ограбил, после чего убил их общую приятельницу, которую звали Екатерина. К сожалению, это не единственная трагедия, произошедшая с бывшими одноклассниками, которые приехали на встречу выпускников. Будто их компанию кто-то сглазил. Так на мероприятии ребята помянули еще двух погибших. Грустная вечеринка прошла. Неожиданно через некоторое время мертвым находят очередного бывшего Олиного одноклассника. У сотрудников правоохранительных органов, ведущих дело, пока не получается найти преступника. Оле приходится начинать самостоятельное расследование. Обладательница детективного дара и аналитических способностей вскоре выясняет, что к делу имеет отношение таинственная и необщительная девушка Алина, которая свела счеты с жизнью. А накануне суицида оставила странную записку с так называемым мнемоническим стихом, связанным с шахматной загадкой Эллера. Сможет ли главная героиня разгадать очередную криминальную головоломку? Показ сериала состоится 11 мая на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.